Козырев онлайн. Мои почтения, драгоценные зрители телеканала «Дождь», в эфире программа «Козырев онлайн», и меня по-прежнему зовут Михаил Козырев. Каждый выпуск программы я предлагаю тему для обсуждения и советую вам, рекомендую дозвониться нам в прямой эфир. Я бы хотел сейчас произнести свою обычную фразу «это легко сделать», но ее я сегодня произнести не могу, поскольку мы стараемся преодолеть серьезные проблемы в коммуникации, которые не связаны непосредственно с нами, с нашей студией, с нашей коммутацией. Я думаю, что это темные силы нас злобно гнетут. Очевидно, программа стала как кость в горле кому-то. Во всяком случае, как и в предыдущем выпуске, у меня в середине программы наблюдается разрыв связи с вами, и невозможно дозвониться в эфир по телеграм-каналам. Сейчас мы проверили, вроде бы один канал точно работает. Он называется TV Rain Call 2. А первый канал TV Rain Call еще пока находится в глубоком коматозном состоянии. Мы надеемся его реанимировать. Будем предлагать вам, когда вы будете дозваниваться, и какие-то альтернативные способы связи. Постараемся там либо вам обратно позвонить, либо предложить дозвониться на нас по какому-то, извините, другому мессенджеру. В общем, будем биться за эфир. Теперь давайте, о чем я хотел бы сегодня с вами поговорить. А вот о чем. С 22 по 24 февраля в город Южно-Сахалинск станет центральной площадкой масштабного фестиваля «Своих не бросаем». Даты, как вы понимаете, выбрали не случайно. Это будет первая годовщина вторжения России в Украину. И, собственно, идея сама, как сказал губернатор Валерий Лимаренко, местный губернатор, сказал, что идея родилась в результате поездок сахалинских артистов на Донбасс. Значит, фестиваль сюрприз откроет заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина. 22 февраля на сцене ледового комплекса «Кристалл» состоится ее сольный концерт. Ну а 24-го, заключительный гала-концерт этого фестиваля, список артистов такой. Есть имена, которые я читаю и слышу в первый раз в жизни. Это группа «Наши». Тут сразу можно понять, ребят знают, о чем они и куда они идут. Группа «Собор», Сандра Мантика. Сандра, извините меня, пожалуйста, если я неправильно поставил ударение в вашей фамилии. Может, это Сандра Мантика, а может и Сандра Мантика. Тут даже если вместе прочитать имя и фамилию, что-то романтичное получается. Сандромантика. Вот. Алексей Солдатов, дуэт «Вишня». Такой вот дуэт есть, оказывается. Алексея Вишню, звукорежиссера всех большинства альбомов группы «Кино», питерского музыканта и продюсера, я хорошо знаю. Дуэт «Вишня» слышу впервые. Но еще здесь внезапно образовалась Наталья Качура некая. Вот, но оплот, хедлайнеры этого фестиваля – это группа 7Б, Джанго, Вабанг, Серьга и Юлия Чичерина. И поскольку мне периодически прилетает за то, что я принимал участие в… старался долгие годы, чтобы людей, которые знакомы с творчеством этих артистов, стало как можно больше. Ставил их песни в ротацию, приглашал их на свои фестивали. То я, конечно, переживаю по этому поводу. И каждый раз, когда я вижу этих артистов в очередной раз, чертя голову, рвущихся в какие-то мероприятия, которые поддерживают войну, это
надо сказать, что меня ранит. Я хотел бы вот этим чувством с вами поделиться и попросить вас рассказать, что вы чувствуете по этому поводу и как вы, например, отвечаете, как вам кажется, как вы отвечаете на вопрос, почему эти музыканты участвуют в поддержке того, что сейчас происходит в Украине. Как вам кажется? Какие у них мотивы? Какие доводы? Давайте начнем сразу со звонков, поскольку ура, они есть. Еще раз вам напомню, TV Rain Call 2. Вот так вы можете позвонить к нам в студию. Ну, поскольку канал будет занят, то сразу, как только я заканчиваю разговор, сразу же бросайтесь звонить. И напомню вам еще, что можно при этом пользоваться видеофункцией. Таким образом, мы вас друг с другом увидим, и нас, и вас тоже увидят зрители «Дождя». Сейчас я раскрою свой волшебный блокнотик на нужной странице и поздороваюсь с Алексеем. Алексей, добро пожаловать в эфир. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Михаил. Звоню из США. Где вы на сей раз, Алексей? С какой точки в какую двигаетесь? Сейчас я еду с Северной Каролины в сторону Детройта на север. Спасибо, что помните. Михаил, вот очень задевает меня эта тема, которую вы затронули, поэтому сразу же решил позвонить. То, что вы описали, как вас беспокоит, когда артисты, с которыми вы вместе работали и с которым помогали, они вот так себя ведут. У меня, конечно же, гораздо более меньший масштаб, но эмоция примерно та же. Я немного играю и на гитаре, и пою. И за годы у меня, конечно, сложился определенный репертуар, ну, как у всех. Вот. И моя маленькая радость заключается в том, что мой репертуар так совпало, состоит из артистов, которые не поддержали войну. Но если бы кто-то из них поддержал, мне пришлось бы пересматривать репертуар, и поэтому вашу эмоцию я, конечно же, понимаю. Вот. А в широком смысле вы сформулировали вопрос эфира так, как будто бы есть какая-то очень глубокая и сложная подоплека в этом всем. Ну, слушайте, вот есть Pink Floyd, да, вы же всех за пояс заткнете по этой тематике. Есть Гилмор, а есть Роджер Уотерс. Да, а эти парни вроде бы одинаковые институты проходили, одинаковые песни пели. Но один из них сделал коллаборацию с бумбоксом, а второй поддерживает Путина. И вот, по-моему, вы знаете, Алексей, что сегодня в сегодняшних новостях то, что Россия обратилась к Роджеру Уотерсу, чтобы он обратился ко всем странам с тем, чтобы хватит давать военную помощь Украине. Почуяли своего, поэтому к нему и обратились. Да, извините, я вас перебил. Понимаете, и вряд ли здесь материальная какая-то заинтересованность. Я думаю, что эти парни уже все деньги в своей жизни заработали и все видели. Понимаете, есть же поговорка, которая на века. Человеком мало родиться, им надо еще и быть. Поэтому я вот не склонен здесь усложнять, почему одни так, а другие вот так себя ведут. Кто-то человек, а кто-то мудак, извините. Ну, если бы так все просто объяснялось. Но если я же почему еще обескуражен такими вещами? Я же вот там долгие годы общался с этими людьми. Ничего не предвещало. Ну, кто-то, я отмечал себе, умнее, кто-то хитрее, кто-то поглуповатей. Но вот так, чтобы чужой, как в этом фильме, вылупился из груди и вот так вот слюняво задышал у меня перед лицом, вот так вот, и чтобы из этих людей, чтобы возникло вот это вот абсолютно дьявольское начало, которое заставляет их игнорировать все то, что они могут увидеть, эти кадры разрушений, эти разрушенные, эти развалины, оставшиеся домов, эти трупы, валяющиеся на дороге, да, и продолжать поддерживать военную операцию, это меня обескураживает. Я задаю себе вопрос, а что такого было в других музыкантах, которые, может быть, промолчали,
может быть, заняли антивоенную позицию, но не бросились поддерживать это. Что в них такого, какой фермент заставил их, то есть спас их от этого, от того, чтобы заразиться этим вирусом? И чего не было, соответственно, вот в этих музыкантах? Есть ли у вас какая-то версия, какая-то гипотеза? Из раза в раз, когда я до вас дозваниваюсь, я пытаюсь убедить вас в том, что этот фермент называется «не все так однозначно». Это и есть то, что предвещало. Вот то, что вы говорите, ничего не предвещало, а я как раз считаю, что предвещало. Вот Роджер Уотерс тот же самый, он же пел прекрасную песню «Bring the boys back home» про больного в Вьетнаме, да? Но я уверен, что если знать его ближе, скорее всего, там можно было увидеть полно, услышать от него полно формулировок в стиле «не все так однозначно». Я был на его концерте в Гайд-парке на несколько лет назад, и все мне было понятно уже в этот момент, потому что был абсолютный вот такой вот гиперугар антикапиталистический, то есть такой протестный, как большинство... Как вы знаете, наверняка лучше, чем я, живя в Соединенных Штатах, левые, вот, то есть все то, что все, я все их слоганы. Да. Потом, значит, было пафосное заявление в поддержку Палестины. Он вышел в какой-то момент в Арафатке, как Ясир Арафат, и были несколько антисемитских провозглашенных, показанных на экранах лозунгов. И, в общем, если читать его интервью последнего времени, становится понятным, что вот это такой... Легко было бы это объяснить, что это болезнь левого движения. Но, во всяком случае, если читать цитаты из, например, того, что говорит он или Оливер Стоун, да, это вот примерно похожие такие вещи. То есть, другое дело, что никто не сомневается в таланте ни Роджера Уотерса, ни Оливера Стоуна. А в таланте, например, Сергея Галанина или Юлии Чичериной я очень сильно сомневаюсь. Поэтому есть еще у меня ощущение, что эта военная операция, она для них как спасательный круг для какого-то, как-то выплыть из того состояния тонущего корабля избитых летчиков, в котором они пребывали много лет. Ну, вы же вроде как занимаетесь рационализацией зла сейчас, нет? Сейчас я занимаюсь чем? Рационализацией зла. Вы какие-то, как будто бы оправдывающие их причины находите. Не, ни в коем случае не оправдывающие, подталкивающие. Нет, я имею в виду, а разве важно, выходили ли они из какого-то депрессивного состояния, или действительно эта война попала в них, в то, что жило в них всегда? А разве это так сильно важно? То есть, мы не можем жить, не совершая ошибок, да? Вот вы не могли сделать столько крутых проектов, там, как там, наше радио и все остальное, и при этом не привлечь ни одного артиста, который впоследствии бы вот так вот себя не повел. Когда вы рисуете картину, у вас всегда будет, может быть, какие-то краски, которые кому-то не понравятся. Но разве вам это можно поставить в вину? Я считаю, что нет. Не, в данном случае я принимаю, я понял ваш основной тезис. Не так важно, какие причины приводят или пробуждают в тебе зло. Зло, оно как бы само по себе самодостаточно, и неважно, какими путями люди к нему приходят. Спасибо, Алексей. Да, нет, спасибо. Я одну секунду еще займу. Да. Моя мысль заключается не в этом. Моя мысль заключается в том, что наша задача осудить хотя бы кто-то на кухонном уровне, кто-то на уровне Гааги, понимаете? Потому что у всех свой масштаб зла. Но я думаю, что никто из этих людей не должен, когда все закончится, а все однажды закончится, так или иначе, никто из этих людей не должен вдруг сделать вид, что его не так поняли, знаете, вырвали из контекста. Мы не должны дать им забыть это. Да, согласен, в этом абсолютно согласен с вами. Мне передают сейчас из аппаратной, да, спасибо большое, Алексей, мне передают из аппаратной, что я должен вам
вам объявить, что мы еще принимаем звонки в Зуме. Вы можете просто попытаться позвонить нам в Зуме. Значит, если для этого нужны какие-то специальные инструкции, еще, да, ссылка будет на экране. Вот по этой ссылке можете попытаться дозвониться до нас по Зуму. А пока напоминаю вам тему, как вам кажется, почему музыканты поддерживают войну. И приглашаю в эфир Викторию. Виктория, добро пожаловать. Здравствуйте, меня хорошо слышно. Да, я вас очень хорошо слышу. Откуда вы дозвонились, Виктория? Я дозвонилась к вам из Дюссельдорфа, Германия. Добро пожаловать. Что думаете по теме? Я не только думаю, я и действую. Инициативной группой вот нас, проживающих в Германии, была создана петиция. Мы хотим набрать 10 тысяч голосов и обратиться к Министерству культуры и медиа Германии и попросить, воспользовавшись списками уже существующими от ФБК, список 6 тысяч, и указом Зеленского, где около 119 человек российских медиа-персон, на них наложены санкции. Мы хотим воспользоваться этими списками, ограничить культурную, гастрольную деятельность этих людей на территории Германии, так как мы обнаружили, что в 2023 году запланировано более 100 концертов вот таких вот людей, которые поддержали публично войну, и они собираются приехать сюда, в Германию, и здесь давать концерты. Понятно. И вы надеетесь на то, что если ваша петиция соберет больше 100 тысяч голосов, то на нее обратят внимание? Ну, не 100 тысяч, а 10 тысяч. А, 10 во-первых, тысяч. Да. Второй момент, что общественная реакция уже работает, уже есть новости, что отменены концерты Филиппа Киркорова. Не просто отложены, а именно отменены. Вот. Но нам просто нужен инструмент, так сказать, на более высоком уровне, так как обращаться к каждой концертной площадке, отказываться от сотрудничества с этими людьми, это, конечно, хорошо, но мы хотим решить эту проблему более эргономичным путем, а именно на более высоком уровне, обратившись в компетентные органы Германии. Понятно. Я вот честно вам скажу, я просто... У меня какая-то аллергическая реакция существует, возникает сразу, когда я слышу об отмене концертов. Просто... А если вы почитаете нашу петицию, там слова «отменить» или «запретить» вообще нет. Собственно говоря, это сделано осознанно и специально. Так. Там есть слова «ограничить», а ограничения могут носить временный характер. И вообще к санкциям не нужно относиться как к каким-то фатальным мерам. То есть мы не просим людей посадить в тюрьму там или наложить даже на них какие-либо штрафы. Они могут давать концерты. Люди, которые хотят сходить на их концерт, могут это делать дальше. Но просто не на территории Германии. Потому что мы хотим добиться функционирования института репутации для этих людей. Они медийные персоны, они имеют медийный вес, и у них есть огромный медийный ресурс, через который они оказывали влияние на огромные массы людей, проживающих в России и вообще находящихся в русскоязычном пространстве. Да, с этой формулировкой я соглашусь. Да, это правильно. А, действительно, ну, так сказать, на примере таком, какой-нибудь условный тот же самый Филипп Киркоров неожиданно поймет, что ну, просто так вот дальше не будет никогда. Что просто так раскатываться по миру и давать там концерты и одновременно поддерживать то, что происходит, и поддерживать президента Путина, не получится. Я не думаю, что в случае Филиппа Киркорова что-нибудь изменится в его поведении, но он будет давать... А там, мы на это не надеемся, знаете? Да. Это ведь тоже, во-первых, мы поддерживаем как бы становление института репутации в русскоязычной среде. Это очень важно, потому что он там работает плохо, а вернее, как я вижу, совсем не работает. Совсем а второй никак момент... не работает. Да, а второй момент, это, мне кажется, это такая дань уважения какого-то людям, которые сейчас, вот украинские деятели культуры, многие из них не могут покинуть Украину, многие из них там не могут, в принципе, делать то, чем они занимались раньше, по многим условиям, да, у кого-то консерваторию разбомбили, у кого-то еще что-то случилось, и одновременно с этим, когда в Германию, в страну, которая заняла однозначную позицию в этой войне, где... Тысячи украинцев нашли сейчас свое убежище. Приезжают такие люди, как Филипп Киркоров, которые ездили на оккупированные территории и военные госпиталя.
и дают здесь концерт, и профитируют с этого, да, зарабатывают деньги. Ну, мне кажется, это просто недопустимая ситуация, общественная реакция однозначная, она должна быть. Да, Виктория, надеюсь, что некоторые, ну, многие слушатели и зрители «Дождя» сейчас вас увидели и услышали. И звонков у нас из Германии достаточно. Поэтому аудитория точно у нас там есть. И благородное дело, спасибо вам большое за то, что вы этим занимаетесь. Пожалуйста, подпишите петицию. Я обращаюсь тогда ко всем вашим слушателям. Пожалуйста, пройдите на сайт Change.org и подпишите нашу петицию. Да, Change.org, этот адрес мы все знаем. Спасибо вам большое за звонок. Ярослава, сейчас ваша очередь. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Откуда вы дозвонились? Сейчас я звоню из Германии, из Мюнхена. Угу. Ярослава, расскажите, поведайте свои мысли. Ой, вы знаете, это достаточно, мне кажется, многогранный и многослойный момент вопроса этого, почему они поддерживают. Но действительно, некоторые поддерживают из своих сугубо меркантильных целей. А другие поддерживают исключительно потому, что их, возможно, прессанули. Я не исключаю этого момента. Третьи поддерживают, потому что они уверовали, особенно то, ужасно то, как вывернули трагедию, например, блокады Ленинграда, и те артисты, у кого родственники или родители блокадники, и вот это, вот, знаете, в них как триггер просто. Они вот просто белена на глазах и ничего другого не видят. Вот, мне кажется, таким образом. Ну, вы не сбрасываете с счетов, например, меркантильные соображения? Ну, просто, просто платят много денег. Государство платит. Не без этого. Да, не без этого абсолютно. И тут, мне кажется, люди, как, знаете, перед смертью не надышишься, есть такое выражение. А тут, получается, как говорится, перед крахом денег всех не заработаешь. Вот. Вы были, ну, опять были, же... были ли у вас, Ярослава, какие-то серьезное, ну, разочарование в каких-то артистах, которых, от которых вы надеялись получить какую-то антивоенную позицию, а в результате получили полностью противоположную? Ну, мне повезло, вот из любимых групп моих российских, ну, как вам сказать, те, которые действительно я слушала давно, там позиция, ну, скорее против, но люди молчат или так легко, легко намекать. Я очень не хочу говорить, кто именно, потому что не хочу подставлять, но даже такое молчание вот этого артиста, артистки, меня, ну, ранило, честно вам скажу. И не только меня, это, в принципе, многих людей, кто верил им и кто, ну, опять же, я понимаю, почему они молчат. Вот конкретно этот артист. А вот еще один артист, и вот как я сказала, что там, видимо, там родственники-блокадники, и вот просто вот так вот вывернуть историю и подать им, то есть им вот этого достаточно, они, так понимаю, больше не изучали эту проблему. Хотя прошел уже год, мне кажется, уже все достаточно однозначно, но, ну, скажем так, мне просто вот больно от этого. Вот просто это мои чувства. Я не хочу никого обвинять, но вот мои личные чувства я могу сказать. Мне от этого больно. Особенно если я вижу, как мои любимые артисты братаются, скажем так, с какими-нибудь горгульями войны. Вот это особенно меня тоже так немножко задевает. Опять же, это лично мои чувства. Я, опять же, никого не обвиняю, но мои чувства, они на то и мои чувства, чтобы вот вызывать... Скажите, а были ли какие-то, есть ли какие-то артисты, которые оправдали ваши ожидания и которые, по-вашему, поступили достойно? Да, конечно. Вот Макс Покровских, он, как всегда, очень ярко и четко отвечает, скажем так, несет вот эту вот правду и истину, которую вот через клипы особенно. Вот, кстати, Би-2 группа, в принципе, да, они тоже очень четко в клипах, именно вот говорят клипами. Даже, наверное, это правильно, что вот артист таким образом делает, как бы вызов бросает тому, что вот мы же рок-н-ролл, вот, смотрите, вот через творчество сублимирует вот эту вот боль, вот эту вот суть. Ну, допустим, я знаю, что не все, наверное, артисты могут творить в такой кризисный момент, и поэтому, вероятно, есть люди, которые не поддерживают, но которые
молчат и ничего не могут, вот даже песню никакую сказать. Вот, например, как мне кажется, тот же «Дельфин». Ну, но я не слышала, что он бил в колокола приближающейся беде много лет. Да, я думаю, что... Знаю, что Андрей сейчас в данный момент делает, но мне кажется, я бы рискнул предположить, что, наверное, мы услышим еще от него песни. И, конечно, хочу вы правы, Зефир, что условия... А? Да, еще раз, извините. Я хочу сказать, что, извините, я перебила. Я вспомнила, что Земфира, действительно, она очень чувствовала тоже эту беду. Песня «Не стреляйте». Но тут... Ну, тут все-таки не стоит равнять ее. Она все-таки уехала, она в безопасности. Я понимаю, что это важный момент тоже. Но опять же, вот почему вот говорят, я еще один буквально момент, почему говорят, когда люди молчат, вот кто-то считает, что раз они молчат, значит, это их позиция, что они против. А, например, вот тем же украинцам, я понимаю, что как им тяжело от того, что люди молчат, а для них это позиция, что они хотят от этого скрыться, не видеть, не знать. И вот от этого больно. То есть мы сейчас не вне обвинения говорим. Вот таким образом, мне кажется. Вы знаете, Ярослав, я думаю, что... Я не буду этих имен произносить вслух, но я думаю, что я вас хорошо понял, о ком вы говорите. О тех артистах, дорогих вашему сердцу. Спасибо вам большое за то, что дозвонились и искренне рассказали. Давайте сейчас в качестве иллюстрации того, о чем мы говорили с Ярославой, поставлю вам клип как раз группы Би-2. Один из таких клипов, которые сильно... Песня, которая сильно во мне отзывается. Хочу прояснить, что вы дозваниваетесь, пожалуйста, до нас по телеграм-каналу TVRain Call 2. И Даша, продюсер программы, может дать вам ссылку на Zoom. И, соответственно, вы можете тогда перезвонить в Zoom, и у нас будет возможность поговорить с вами с изображением. Или, может быть, вы сразу на TVRain Call 2 попадете в эфир. Вот. Ну, а тему вам напомню. Это какие у вас предположения, почему артисты воспевают войну и поддерживают ее? Давайте об этом поговорим в связи с очередными новостями о том, что на годовщину вторжения в Украину будет на Сахалине фестиваль, пройдет с участием многих наших знакомых нам имен. Ну а сейчас Би-2, песня называется «Компромисс». Или спорт.
Это программа «Косарев онлайн», драгоценные зрители «Дождя». Сегодня мы обсуждаем такую тему, почему музыканты поддерживают войну. Новость, которая сегодня заставила меня об этом поговорить, она связана с фестивалем в Сахалине, который должен быть в 22-23 февраля, как раз в годовщину российской агрессии в Украину. Так вот, в телеграм-канале «Верстка» указано, что самый большой гонорар за концерт в Сахалине — 2 700 000 рублей получит музыкант Сергей Галанин и его группа «Серьга». Дальше в чуть меньше, 2 400 000, это выступление рок-группы «Чичерина». Рок-группа, это забавно звучит. Дальше еще 1 500 000 рублей заплатят Сергею Бабунцу и его команде. Это лидер группы «Смысловые галлюцинации». Ну и тут везде, да, меньше всего, к сожалению, и мои соболезнования Александру Феликсовичу Скляру, получит группа «Ва-банк». Она получит всего 909 тысяч за выступление на Сахалине. Но надо сказать, что мне написал в Фейсбуке мой приятель, который давно, много лет работает концертным директором, и он пояснил, вот читаю, поясняю как концертный менеджер, без политики. При гастролях на Дальнем Востоке большинство артистов применяют коэффициент 2. Потому что такое выступление с дорогами занимает 3 дня. И, соответственно, группа теряет 2 концертные даты. То есть они могли бы выступить за день до концерта в Сахалине и после. А так как он в Сахалине, то они теряют еще 2 дня. А гонорары подросли в связи с сокращением количества гастролирующих артистов. Вот тут я тоже... Это для меня новость, что ну, просто большое количество артистов покинуло Россию. И, соответственно, вот такое ценообразование. Святое место пусто не бывает. Соответственно, артистов меньше. Теперь они просят побольше гонорары. Это комментарий моего друга, профессионала концертного бизнеса. Но меня-то разрывает от другого. Меня разрывает от того, как можно видеть то, что происходит там, осознавать, что никто не угрожал территории России, видеть те зверства, которые там творятся, и при этом выступать на мероприятиях, которые восславляют российскую армию, вооруженные силы и эту войну. Я не представляю себе, какого масштаба компромисс ты должен заключить со своей совестью. Вот это у меня не укладывается в голове. Сколько может стоить такой компромисс? Ну, то есть ты ночью, оставшись наедине с самим собой, ты открываешь компьютер и видишь там вот эти вот разрушенные дома, вытащенные из-под них жертвы, скорбь матерей, цифры читаешь этих убитых, мирных жителей, не только военных, мирных. Что ты должен себе придумать в голове, чтобы сказать: так надо? Так надо. Я это поддерживаю. Tivrain Call 2
Звоните, пожалуйста, и Дарья поделится с вами волшебным шифром, который вы должны будете набрать, чтобы попасть в эфир. Виктор, добро пожаловать в эфир «Дождя». Да, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Откуда? Михаил. Я из Тульской области звоню, нахожусь в России, Тульская область. В общем, вот у вас когда в предыдущий был эфир, посвященный вот артистам, я там поздно, в общем, схватился за то, чтобы дозвониться до вас, и так и не смог. Там оставил комментарий, но что-то это, там откликов мало, точнее лайков на него. Вот я поэтому решил, что сейчас я точно воспользуюсь. И просто хочу сказать то, что, ну, там была тема тогда... какие артисты расстроили, или как-то так у вас она называлась. Вот. Меня больше всего, вот я хочу, собственно, дополнить, ну, она и касается этой темы сегодняшней. Меня больше всего вот расстроило поведение Ромы Зверя, вот, которого тоже, к счастью, к сожалению, не знаю, что вам решать, в какой-то момент помогли. Вот он, вот Рома, этот чувак, он родом из Таганрога. Но его детство, оно прошло в трех городах. Детство и юношество, вот, до того, как он уехал в Москву. Это, ну, собственно, Таганрог, это город Горловка в Украине и город Мариуполь в Украине, ну, которого уже нет, по факту. Вот. И он об этом писал в своих книгах, он говорил во многих интервью это. И у него отец этнический украинец, украиноязычный причем, который... И, по-моему, если он до сих пор жив, то он и сейчас живет в Украине. Он с 14 года принципиально не ездил в Россию. Вот. И, ну, собственно, почему мне расстроило его поведение? Вот, когда началась война 24 числа, у Ромы якобы не работал Инстаграм, при этом другими соцсетями он почему-то не пользовался. Неделю спустя он там опубликовал этот черный квадратик, где написал, что он против войны, там процитировал Льва Толстого. А дальше, как ни в чем не бывало, он продолжил гастролировать. Все вроде бы все хорошо, но при этом на все комментарии там, в его соцсетях он никак не отвечал. Ну, почему он молчит, почему он там со сцены ничего не говорит и так далее. Но это, да ладно, это еще, ну, часть истории. Просто потом я как-то, ну, наблюдая вот эти видео с поездки Юлии Чичериной туда, на нынешнюю передовую, на оккупированной территории, увидел, что там у нее, ее гитаристом все это время, еще долго до звериных времен, ее гитаристом является Герман Осипов. Это тот самый чувак, который после смены состава играет в «Зверях». Вот. И Рома его называет своим другом. Вот. Он возил его все эти годы по Украине с гастролями. «Звери» активно гастролировали по Украине. Там. И как бы он и сейчас... Я понимаю ваше ощущение, да. Что, значит, если да, он... Да, с этим чуваком. И... Да. Да, да. Ну, в общем... То, слушайте, что, как бы, я просто... Да. Сейчас я закончу то, что я хотел это озвучить обязательно, чтобы, ну, просто группа «Звери» как-то совершенно незаслуженно так накосячил, да, там, со стороны Ромы там, и Германа, вот, незаслуженно осталось без внимания. То есть их никак не записывают ни в Z-артисты, ни их просто там оставили условно отмолчавшихся, и все. Ну, они такими не являются. Нужно, чтобы они были. Вот. Сейчас я вывод ваш не понял. Они такими не являются, а какими они являются? Нет, я имею в виду, там, видимо, пропало что-то, или, может, я не так сказал. Я имею в виду, что в общественном мнении сейчас группа «Звери» не в Z-списках, ну, в Z-артистах, и не в списках отмолчавшихся. Она как-то осталась какой-то где-то... Ну, какой-то обычной российской группы, которая не там, не там. Вы понимаете, я не могу поделиться никаким ощущением, потому что я не близко дружил или общался с Ромой, Зверем. Но я могу точно сказать, что я не готов никого из артистов
которые не высказываются, осуждать. Это неправильно. Я готов только каждого конкретно отдельно изучать, разговаривать, общаться и пытаться понять причины, что и как, на какой он стороне, что он считает, что у него в голове, что у него в душе. Я точно не хочу никаких огульных обобщений, кроме это все правила, не распространяющиеся на людей, которые активно поддерживают зло. И вот Z-артисты – это для меня люди, служащие на службе у зла. Это как бы тьма. И поэтому я позволяю себе публично их оценивать. Вам спасибо большое, Виктор, за звонок. Я хочу несколько сообщений прочитать из нашего чата, в котором вы активно общаетесь. Значит, тут удивительно, как бы я стараюсь избегать прям уж совсем... Как это? Меня все время ругают за то, что я слишком плохие эпитеты использую в эфире. Совсем уж глубоководной тины. Но, тем не менее, всплыл Денис Майданов у нас в чате. Вот некая девушка Сидильда пишет: «Жаль разочаровываться в звездах. Думала, Майданов хороший певец, пишет сам песни. Услышала про песню про ракеты «Сарматушки». Чуть не стошнило. Цыганова про Вагнера вообще трэш». Ну, я о таких именах даже говорить не хочу, потому что это вообще по ту сторону добра и зла. Вот. Но много всяких таких слов разочарования в различных артистах. Вот Сергей даже цитирует писателя Куприна: «Ты вылез на сцену, не имея на это никаких прав, кроме толстых ляжек в розовом трико. Ты пел козлом и делал гнусные телодвижения». Ну, это сатирическое, конечно, описание. Значит, приветствуют петицию, о которой говорила наша слушательница, зрительница Виктория из Дюссельдорфа. Причем, Виктория, вам это надо будет обязательно услышать. Человек под псевдонимом «Парадоксально» пишет: «Не место этим артистам, которые по Европам, которые поддерживают эту несправедливую войну. Я с удовольствием подпишу петицию. Привет из Якутии, минус 53 градуса у нас». Ну, то есть, знаете, в Якутии у вас точно есть поддержка. Давайте продолжим общение. Алексей, добро пожаловать в эфир «Дождя». Да, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы дозвонились, Алексей? Я дозвонился из города Батуми, Грузия. Угу. Собственно, по теме хотелось бы сказать много всего, вот, но уж не хватит времени, к сожалению. На самом деле, вот если мы говорим про артистов, которые, так сказать, запали к нам в душу вот, с самого детства, конечно же, всегда больно, да, принимать то, что вот, в данный момент они себя ведут сам как-то по-свински по отношению вообще к мировым законам, мировой политике. То есть я бы никогда, не знаю, даже в самом страшном сне представил бы, чтобы там Металлика или Def Leppard каким-то образом воспевали бы войну в Ираке, к примеру, да, или там кто-нибудь еще из мировых звезд, потому что это просто не нужно. Я вообще не понимаю, откуда это берется, вот, это такое заигрывание с властью, вот, со стороны именно музыкального цеха, но на самом деле я очень рад, что огромное количество людей из моего плейлиста, с которым я какое-то время даже мог общаться по своей работе, в общем-то остались честными и справедливыми людьми, и очень порядочными, что важно. Хотя, конечно, особая боль мне относится... Да, да, просто меня радует как раз именно то же самое, что и вас. Вот, и в моем Фейсбуке, когда я анонсировал тему, мой друг, украинский друг, журналист Иван Яковина оставил такой комментарий. Ну, я задал вопрос, почему они поддерживают войну.
И вот эти гонорары процитировал, которые верстка дает. И Иван написал: «Тюремные сроки этой публики в будущем должны быть прямо пропорциональны гонорарам». Это очень хорошая мысль, замечательная. Да, сейчас... Вот. Меня отдельная боль, так сказать, вызывают остатки Агаты Кристи, к сожалению. Но я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Ну вот, то есть одна половинка меня всегда радовала, а вторая, к сожалению, просто убивает. Да. Да, вы знаете, я пару дней назад наткнулся на съемку, как Глеб исполняет в каком-то городе на ковре вертолете. Надо сказать, что они, как я понимаю, ездят сейчас вдвоем со Снейком, с барабанщиком. То есть Снейк лупит, да-да, и Глеб поет, а остальное — это прописанные треки. Да, ну, почему? Валерий Аркадьевич еще катается, извините. Да? Я просто на съемке не увидел, да, еще третьего человека на сцене. Вот, и, ну, просто все то, что связано с Глебом, у меня вызывает чувство какого-то, ну, сопереживания, конечно, но уважения, потому что, ну, мы же с вами помним, какие там были залы и стадионы, и как вся страна, конечно, абсолютно разбивалась от счастья и от депрессии, как не было группы, которая была бы более модной, более точно попадала бы в сердца своих зрителей. И это, конечно... Я в этот раз, когда я увидел этот отрывок, я еще раз подумал, что нет никаких шансов, никаких, чтобы вот этот брат и этот брат когда-либо вместе вышли на сцену. А потом, сегодня утром, мне попалось интервью Лиама Галлахера из группы «Оазис» на каком-то английском шоу. Вот, и то, как он... Да, и он рассказал, значит, историю про то, как они отказались объединиться за 1 000 000 фунтов стерлингов за один концерт. Вот, и я подумал, что просто, наверное, нет более лютой ненависти, чем брат может испытывать по отношению к брату. Наблюдая вот за этими двумя братьями и развалом этих двух тандемов, вот к такому выводу приходишь. Просто лютая ненависть какая-то. Поэтому, в общем, невозможно... Да. Каин и Авель. Каин и Авель. Да, совершенно верно. Да, Алексей, спасибо вам большое. Мадлоба, что дозвонились до эфира. Паузу сделаем. Напомню вам, что есть еще время поговорить. И как вы думаете, почему артисты соглашаются на то, чтобы поддерживать все мероприятия, связанные с войной? Что их толкает на это? Как они это себе обосновывают? Есть ли у вас какие-то персональные разочарования, связанные с тем, что артист, которого вы любили, предал ваши ожидания? Нет, еще пока не будем крутить видео. У нас есть видеозвонок. Никита, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Откуда дозвонились, Никита? Из Софии, Болгария. Угу. Добро пожаловать. Слушаю вас. Ну, мне кажется, что либо конформисты поддержат это, либо очень сильно убежденные в правоте того, что говорит Путин и пропаганда наша. Ну, приведите примеры, кого вы считаете конформистом, а кого идейно убежденным? Все вот эти Газмановы там, не знаю, о некоторых вообще, ну, неизвестно было, кто это. Вот Шаман, откуда он взялся? Он вообще никем был. Или вот вы упоминали там этот, как его, Денис Майданов. Кто это вообще такой? Я о нем ни разу не слышал до этой войны. Это артисты с отличным нюхом, и продюсеры у них такие же. Они то, что называется, оседлали тренд, хорошо понимают, что нынче продается, и поэтому в отношении их убеждений я вообще бы ничего не мог сказать, потому что мне кажется, что там пустота внутри.
Вот. Меня гораздо больше ранят истории, когда я знал, что внутри у человека, но, как выяснилось, опять-таки не знал или был в иллюзиях. И вот артисты, которые имеют многолетнюю историю, и песни, которые они писали в памяти, заложены у большого количества людей в России, огромное количество людей может с любой строчки напеть несколько песен этих артистов. Что с ними произошло? Вот вопрос, на который я ищу ответ. Это правда. Ну, вот у меня были личные разочарования там, типа Умы Турман, там Айя из города 312 и Бутусов. Вот это вообще, что это? Что с ним произошло? Он такие песни пел. Удивительно. Я последний раз общался со Славой, думаю, что лет 8, наверное, назад, может быть, где-то в это время. Я знаю, что Слава человек мудрый, тихий, непубличный и осторожный. Как-то раз он мне в одном из интервью сказал, что он долгие годы не мог привыкнуть смотреть на концерте с открытыми глазами в зал. Он все время глаза эти закрывал, потому что говорил: «Ну, Михаил, я подумал, мне все время казалось, что они друг друга поубивают». Но это касалось уже того момента, когда Наутилус в одночасье стал известен всей стране, и он не мог смотреть на то, как подростки чуть ли не давят друг друга, особенно вот в этом пространстве перед сценой. И ему пришлось переламывать себя, он боялся раскрыть глаза. Он стоял, его вот это знаменитое, отклоненное немножко от микрофона, вот таким вот образом в сторону выражение, отсутствующее выражение лица с закрытыми глазами. Это как раз, это его рефлекторная реакция была на... Он очень тихий, спокойный, миролюбивый человек. Но я не могу делать никаких больших каких-то выводов. Мне кажется, что, ну, как бы, эта болезнь, мне кажется, вот такая вот, такое слияние с властью, это болезнь во многом обустроенности. Жизнь удалась. Дом теплый есть, хороший. Есть определенный уровень комфорта. Все как-то нормально. Причем не обманом, не коррупцией, не преступлениями, а честным своим трудом, концертами, песнями. Вот есть все. И это же прямо очень страшно терять. И особенно, конечно, когда у тебя большая семья и дети. И когда это может вот так вот по щелчку рассыпаться просто из-за обычного черного квадрата в какой-нибудь социальной сети, и из надписи «Нет войне», и все, что ты всю жизнь строил, вдруг вот так вот может в одночасье рухнуть, это такой вот страх. И это, в общем, собственно, то, что вы назвали в первом объяснении. Это конформизм. А что вы считаете вот про Pink Floyd, как разделился? Роджер Уотерс, то, что он сказал, и Дэвид Гилмор, с другой стороны, который записал вот эту замечательную композицию с Андреем Клубняком. Да, ну, во-первых, к моему предыдущему определению лютой ненависти, Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор не братья, это мы точно знаем. Это да. Но, конечно, это важный пример, который вы уже не первый приводите, это абсолютная поляризация взглядов очень ярко проявилась как раз на примере бывших соратников по Pink Floyd. Понятно, что я на стороне Гилмора и на стороне группы, которая специально воссоединилась для того, чтобы спеть с Андреем Клубняком эту песню. Но Уотерс, будучи дико талантливым, он абсолютный, я бы сказал, человеконенавистник. Сегодня, по-моему, жена
Уотерса опубликовала твит в адрес... то есть жена Гилмора опубликовала твит в адрес Уотерса, абсолютно какой-то прямо уничижительный. Я сейчас за музыкальную паузу найду содержание этого твита. Но я говорил уже сегодня в передаче, что я по высказываниям Уотерса давно понял, что нам с ним не по пути. Я на всякий случай решил это проверить. Надо сказать, что концерт Уотерса, я смотрел его под открытым небом в Гайд-парке на фестивале British Summer Time и с полным аншлагом, то есть гигантское количество людей. И все прямо как мы видели на видео и как мы любим с этими летающими свиньями, запущенными в воздух. На одной из свиней написано «Трамп», значит, с какими-то, да, с какой-то моментально меняющейся мозаикой из фраз, из каких-то политических слоганов. Он придерживается той политической позиции, которая для меня неприемлема. Но, опять-таки, легко в любой антиизраильской позиции моментально заподозрить антисемитизм. Но почему легко? Потому что, как правило, они совпадают. И боюсь, что в случае Роджера Уотерса это тоже совпадает. Это не просто общее увлечение левых Палестиной. Я думаю, что он реально не любит евреев. Это мягко сказано. Вот. В любом случае, спасибо вам большое за звонок, Никита, да, и смотрите, дозванивайтесь еще. Хочу дать вам сейчас короткий музыкальный номер. Мы, честно говоря, сейчас с моей супругой делаем фильм документальный. Вот хотим эту песню в саундтрек этого фильма. Ну, может, по задержанию песни вы догадаетесь, что это за кино. Эта песня была, этот кавер на песню Александра Галича был сделан Игорем Титовым для спектакля про Галича. Это банда такая актерская, которая называется «Брусникинцы». Ну, а песню он исполнил у нас в студии «Дождя» на программе «Бикос». Песня называется «Когда я вернусь», Игорь Титов. Когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. А когда я вернусь, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала, кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. А когда я вернусь, когда я вернусь.
вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце мое. А когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый. И я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. А когда я вернусь, догонку к нашему разговору о Роджере Уотерсе, нашел я в журнале Rolling Stones сегодня, вы знаете, что Россия попросила Роджера Уотерса выступить в защиту российских интересов и против того, чтобы западные страны давали вооружение Украине. Значит, и жена Дэвида Гилмора, которую зовут Полли Самсон, она в Твиттере описала Роджера Уотерса следующим образом. Просто это невозможно недословно процитировать. Нужно было послушать, сколько в этих словах. Назвала его защитником Путина, лжецом, вором, лицемером, уклоняющимся от налогов, фонограммщиком, мизогином, больным завистью, мегаломаньяком. Надо отдать должное Дэвиду Гилмору, он просто перепостил это с надписью «Каждое слово, как вы понимаете, верно» в этом описании. Это о Роджере Уотерсе. Ну, а у нас еще есть несколько минут поговорить. Роман, добро пожаловать, рад вас слышать на «Дожде». Здравствуйте, Михаил. Тоже очень рад вас слышать. И прежде всего благодарю вас за эту тему. Она интересна и, как мне кажется, очень важна. Откуда вы дозвонились, Роман? Извините. Из Екатеринбурга. В первую очередь я хочу сказать, что я вот поддерживаю вашу точку зрения, что я не могу осудить ни одного этого человека, ни одного этого артиста, который согласился с тем, что вот я поеду, я буду выступать. Вы знаете, меня немножко заинтересовала вот ваша фраза, что, значит, эти люди, неужели они не видят там, чего происходят, вот эти вот жертвы. И, знаете, не то что вывод, вот на данную секунду у меня складывается такое ощущение, что они на самом деле и не знают. Они на самом деле вот, они не смотрят, не знаю, намеренно или не намеренно. Понимают, им говорят, вы знаете, да, там гибнут люди. Они говорят, да, гибнут, но мы-то за правду. Вот есть у меня ощущение, что есть шоры у этих людей. Либо, я не знаю, может быть, какие-то вещества или еще что-то. Но, как мне кажется, это все порождение некой ограниченности. Плюс, как вы употребили эту фразу, свято место пусто не бывает. Место свято. Место это свято. Оно на самом деле свято. Сцена. Люди, которые несут искусство, песни, творчество. Вот. Место свято, но на это святое место приходят сейчас вот такие люди. Это касается не только сцены. Это касается многих мест сегодня. К моему сожалению, вот. Я хотел сказать... Да, Роман, спасибо. Да, спасибо вам большое.
Я, к сожалению, уже должен сейчас подходить к концу. Вы важные вещи сказали. Хочу проанонсировать вам выпуск «Здесь и сейчас», который скоро будет. Аня Мангайт сегодня его ведет. Владимир Зеленский сегодня в Великобритании. Впервые с начала войны. Подробности будут как раз у Ани в выпуске новостей. Российским заключенным угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну. То есть сначала как бы им предлагали, а теперь уже за отказ будут новые уголовные дела. Ну и расследование как раз по поводу концерта этих Z-артистов на Сахалине и подробности, почему из театра «Современник» фактически увольняют Лию Меджидовну Ахиджакову. Об этом во всем у Ани Мангайт. Я хотел бы вам сказать, что я скоро, думаю, что через неделю где-то, опубликую плейлист, который называется «Год войны 22-23». Я весь этот год собирал все русскоязычные песни, которые, в которых каким-то образом отпечаталось ощущение того, что идет война. Я его опубликую у себя на Фейсбуке. Я надеюсь, что, может быть, еще и на сайте «Дождя». Вот. Но таких песен будет все больше и больше. Я в это верю. Но есть песни, которые никогда не устаревают, и артисты, которые тебя никогда не предадут. В заключение сегодняшней программы вам группа ДДТ и Юрий Шевчук «Родина». Это запись с концерта из уже несуществующего стадиона «Олимпийский» в 2017 году. Берегите себя, не уходите с дождя. Пока. Сколько лет я иду, но не сделал и... Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба. Сколько жизни песок мне плюет вороненым стволом. Долгожданная да. Черные фары соседних ворот, люки, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела. Шлюх. Боже, сколько веры в руках отставных палачей. Ты не дай им опять.
ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей. Черные фары у соседних ворот, лютки, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, girl. Еду я на родину, пусть кричат уродина, а она нам нравится, спящая красавица, к сволочи доверчива, оно к нам. Тра-ля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 . Берегите родину, мать вашу!